Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Махмутларе двухкомнатную квартиру в люксовом проекте 2016 года, который называется Джебеджи Сфера от застройщика компании Джебеджи. Значит, быстренько сниму инфраструктуру, потом поднимусь в квартиру. Вот такой очень просторный бассейн, там также есть детский бассейн, в этой стороне беседка и зона барбекю, зонтики, шезлонги присутствуют. Так, вот это наш проект. Квартира находится в той стороне. Время съемки 6 часов вечера, 18:00. Здесь у нас детская игровая площадка. Охрана 7 дней 24 часа. Открытая парковка. Есть даже дом для котят, для кошек. Вот там также открытая парковка продолжается. Вот такие деревья во входе. Вот такое здесь лобби. Также присутствует охрана с правой стороны. Вот. Здесь ваш ангел-хранитель в этом здании. Присутствует два лифта. Один тут и один в этой стороне. Вся инфраструктура есть, но не все функционирует из-за пандемии. Здесь фитнес-зал, такой оборудование с правой стороны также присутствует. Там детская игровая комната, бильярдная комната с правой стороны. Вот пока что открыта детская игровая комната, остальное закрыто. В этой стороне есть бильярдная, там даже ТВ-рум как-то. Комната для телевизора, наверное, кинотеатр какой-то. Здесь у нас раздевалки и санузлы. Здесь массажные комнаты. Здесь крытый бассейн. Ну, видите, закрыто. Вот такой крытый бассейн. Шезлонги присутствуют. Это есть генератор. Здесь у нас турецкий хамам, он функционирует, сейчас жарко здесь очень, видите, вода везде. Ох, надо пропариться. И вот такая зона отдыха, здесь римская парная комната на 3-4 человек, маленькая. И здесь сауна вот такая, на 5-6 человек. Поднимемся мы в квартиру. Здесь цена очень хорошая. Квартирка брутто 75 квадратных метров, жилая площадь 65 квадратных метров. 1+1. Вызовем лифт. Фирма Schneider. Вот такой лифт, вместимость 6 человек. Вот такой. Здесь участок, коридор, блок, здание. На этаже 10 квартир. Двухкомнатная квартирка, 65 квадратных метров. Жилая площадь. Вот такая квартира, гостиная с отдельной кухней. Я сейчас пройдусь в санузел. Вот здесь такой санузел. Все качественно строил застройщик Джебеджи. Качество. Год постройки 2016 год. Вот такая душевая кабинка. Ну, как бы отделенная кухня. Столешница вот такая акриловая, плита индукционная у нас Арчелик, короче, вся бытовая техника Арчелик. Так, здесь у нас спальня, такие люстра, не работают, короче, нужно исправить. И вот такой шкаф,
с выходом на балкон. Выйду-ка я на балкон. Вот такая гостиная. Здесь просторный балкон с видом на горы, на здания, на бочки. Вот бассейн, который я снизу снял, очень просторный. И вот ваше море. Кусочек моря видно. Расстояние отсюда до моря 170 метров максимум. Хочу подвести итог. Пройдемте в квартиру. Дорогие зрители, проект сдан в 2016 году. Называется Джебеджи Сфера. Расстояние до моря 170 метров максимум. Находится на 7 этаже. Продается обставленное, как вы видите. Айда тут 75 евро в месяц. Считается люкс-проектом. Цена этой квартиры 75 500 евро. Если вам понравилась эта квартира, этот проект, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте. Также делитесь этой информацией. Номер указан в описании, также в профиле ролика. Все, с вами был мистер Агаси из солнечного Алании района Махмутлар. Всем пока-пока.